Привет, я бот Эми. И сегодня я расскажу вам про работу с файлами в AmyLogic. С помощью чат-бота можно легко автоматизировать прием файлов от клиентов. Например, соберем простого бота для приема реквизитов и разберем, как работать с блоком прием файлов. Вот как будет работать наш бот. Перейдем к созданию сценария. Сценарий бота состоит из экранов и связей между ними. Создадим первый экран текст. Старайтесь задавать пользователю конкретный вопрос. Так вы будете уверены, что продумаете все ветки диалога. Добавим кнопки с вариантами оплаты. Сейчас не станем прописывать сценарий для других видов оплат, но не забудьте сделать это для своего сценария. Уточним имейл у клиента. Для этого воспользуемся блоком интента и выберем готовый интент имейл. Если клиент ведет адрес почты корректно, то бот продолжит сценарий дальше. Если в формате почты будут ошибки, попросим повторить ввод почты. Добавим для этого экран текст и блок переход. Соединим экраны. На этом этапе запросим у клиента файл с реквизитами. Выберем экран получения файла. Размер загружаемых файлов не должен превышать 50 МБ. Создадим экран, чтобы отработать возможную ошибку. Добавим еще один экран с текстом. Сообщим пользователю, что с ним свяжутся. Сценарий готов. Протестировать бота можно в тестовом виджете. Все работает как нужно. Переходите к публикации. А еще вы можете отправить полученный файл в Google таблицу или CRM-систему. Да обучить бота отвечать на часто задаваемые вопросы клиентов, принимать оплату и многое другое. Решайте задачи по-новому с AmyLogic.